За таможенный союз, за Евросоюз, бей этого очкарика. Перерыв закончился, господа депутаты. Займите свои места. Приступаем к первому заседанию парламента. А зачем вам этот огромный марцишор? Скоро весна, и подобу такому марцишору я подарю каждому из вас. В первую очередь вам, господин Гимпу. Пока вы мне его подарите, я уже улечу в Румынию. Не улетайте, думаю, Гимпу. О, добду черней. А я думал, вы черней, вон, того белого. А вместе со мной улетит и вся партия либералов. Представьте, Молдова без Пеле. К тому же пропадет кандидат, который подходит на должность президента, премьера и спикера. Это мой племянник Дарин. Он же никудышный мэр, он ничего не сделал для города. А как же елка? Кривая. А как же круги? Пробки. А пешеходная улица? Да в ней дырка посередине. Это не дырка. Это будущее метро. В общем, если вы не согласитесь с нами, то мы улетим. Вали! Вали, вали, да-да-да, вали. Дутим Букуреш, давай-давай. Господин Гимпу, если вы не знаете, то либерал, демократы, демократы уже создали коалицию без вас. У них не хватит голосов. Вы забыли про своих любимчиков, коммунистов. Господа депутаты, хочу внести новый закон. Пускай всех, кто ворует из госбюджета, расстреливают на месте. Закон принят. Господин Гимпу, не стойте ко мне тем, через что мы вступаем в Евросоюз. Принесите мне мой ноутбук. Это бесполезно, здесь не работает Старнет. Мариан Лупу, принесите флешку. Какой пароль? Монастырь Респект Прогресс. Какой простой пароль. Господа депутаты, я, кстати, знаю, кто украл деньги из Банка Деэкономии. Этого человека зовут Я тоже знаю. Ладно, пора уже выбирать спикера. Демократы выдвигают кандидатуру Адриана Канду. Либерал-демократы выдвигают кандидатуру Адриана Канду. Адриан Канду? Голосую за Олега Чернея. Социалисты против. Мы всегда против. Коммунисты за. Либералы тоже против. Против? Конечно, против. Почему против? Голосуйте за Чернея, вы были за Чернея. Канду! Мы хотим Дарина Киртуаку, иначе никто не будет здесь голосовать. Социалисты объявляют. Мы уходим в жесткую оппозицию. Кстати, насчет оппозиции, господа депутаты. У меня есть дома две собаки. Один кобель, а вторая... Сука. Объявляю перерыв. Евросоюз, получи, мы за таможенный союз. Go.